Всем привет, друзья! Давайте сегодня покажу вот такой вот зеркало-видеорегистратор задней камеры. Снимает Full HD, 10 дюйм, IPS экран и полноценный тачскрин. Так, давайте посмотрим. Вход для GPS, но не входит в комплект. Вместо SD-карты в комплекте 32 гигабайта SD-карта. Вход для задней камеры и питания. Снизу кнопка включения-выключения видеорегистратора и экрана. Сзади камера регулируемая. Вот, показываю длину. Динамик. Такой приятный материал, пластик. Кнопка сброса. Здесь резина. Так, давайте посмотрим в комплекте, что есть. Резинки и короткие, и длинные. Инструкция. Может, на ней английский, французский, немецкий, итальянский, не знаю, китайский или японский, испанский и русский. Инструкция также есть на русском. Вот такой вот комплект. Значит, SD-карта 32 гигабайт. В комплекте также есть вот такой вот питание от прикуривателя 3 ампера. И камера заднего вида. Есть самоклеющая лента двухсторонняя. То есть можно это прикрепить и на самоклеющей ленте, и на саморезы. Саморезы тоже присутствуют вот здесь. Посмотрим. Снимем пленку. Поддерживает до 64 гигабайт. Так, вот так это выглядит. Так, зеркало Mercedes очень толстый, поэтому думаю, надо поставить длинные вот эти резинки. Нормально, вот так выглядит. Сейчас подключим и посмотрим. Места хватает, можно чуть-чуть также поднять вверх. Значит, как только вы заводите двигатель, автоматически включается задняя камера, чтобы вы сразу увидели, что происходит у вас сзади. Вот включился задняя камера. И после того свайп слева направо, либо справа налево меняет камеры, то есть передняя или задняя. Вверх-вниз вы можете настроить либо отсюда, либо отсюда. Как вам это удобно. Вот так сами вверх, либо сами вниз. Значит, это включение-выключение, запись звука, стоп, фото. Это защита от перезаписи. Это меняет задняя камера, передняя камера. Это
записи, который уже записал видеорегистратор. Это настройки, а это яркость экрана. Записи задней камеры, записи передней камеры. Фото с передней камеры с защитой перезаписи и задняя камера защиты от перезаписи. А это нормальная запись. Можно удалить этот файл, можно перемотать вперед, либо другой файл, либо нажать на защиту от перезаписи. Или назад. Так, давайте уже посмотрим также меню. Видео 1080p, либо 720. 3 минуты файл. Ночной режим включен. Запись звука включен. Экспозиция. Умный настраивающий яркость экрана выключен. Можно включить. Ставим одну минуту. Есть английский, испанский, русский, немецкий, итальянский, французский, не знаю, либо китайский, либо японский. Так, задняя камера включен. Задняя камера, которая автоматически включается, задняя камера. Включен, VDR включен. G-сенсор средний. Паркинг также имеет режим парковки. Выключить. То есть, это если вы вставите 3 минуты, когда вы снимете ключ, видеорегистратор выключится через 3 минуты. Если ставите нет, то как только снимете ключ, видеорегистратор сразу выключается. Штамп. Мы ставим только дата без лого. Звук. Это вот звук касания. 60 Гц. Time settings. Время. Настраиваем время. Форматируем SD-карту, сбрасываем заводских настроек и версия прошивки. Еще попробую вам показать парковочный режим. Давайте включим парковочный режим. Вот паркинг режим включаем. Значок включен. Это означает, что режим парковки включен. Снимаем ключ. Выключается видеорегистратор. То есть нет ключа. Низкий заряд батареи, но попробуем. При ударе видеорегистратор включается, при ударе автомобиля. Посмотрим, хватит батарея. Вот, включился видеорегистратор без ключа, не работает. Также включился защита от перезаписи и идет запись 30 секунд и выключается видеорегистратор. Очень удобная функция, но повторю, что батарея должна быть полностью заряжена. Вот, выключился, так как батарея не заряжена. Подключил заднюю камеру, значит, у этого тоже есть такая функция. Вы можете настроить вот эти линии. Сначала настраивайте, какая высота вам нравится, либо самый низ, либо вверх. Ну вот так, думаю, нормально. А потом настраивайте вот эти линии. Это просто очень круто. Вот сейчас.
Вот, это просто круто. Очень удобно. Вот так. А это вот так. Все. Настраиваете вот эти линии. Значит, посмотрите, как это происходит. Как только вы ставите на заднюю передачу, на R, автоматически включается задняя камера с парковочными линиями. И как только вы опять ставите на D, парковочные линии выключаются и переключаются на переднюю камеру. Когда вы переключаете в ручном режиме на заднюю камеру, парковочные линии нет. Вы можете оставить вот так на заднюю камеру. И когда вы опять ставите, на R задний ход, включаются только парковочные линии. Выключаете и выключаются парковочные линии. В ручном режиме переключаете на переднюю камеру. Вот покажу я вам, что задняя камера тоже постоянно записывает. Вот это передняя камера, задняя камера. Последний файл. Здесь пишет, что на 64 гигабайт с обоих камер может записать 3 часа 23 минуты. Давайте еще попробуем, если экран выключен. И мы включаем заднюю передачу, включается ли задняя камера. И экран включается или нет. Давайте это тоже попробуем и все. Ждем, чтобы через минуту выключился экран. Все, экран выключился. А теперь попробуем ставить заднюю передачу при выключенном экране. Посмотрим, включится ли задняя камера и экран. Да, это очень удобно, друзья. Мне спрашивали в прошлом видео, но я этого не сделал, не знал. Когда экран выключен и вы ставите заднюю передачу, экран автоматически включается. Выключаете заднюю передачу и переключается на переднюю камеру. Поставлю примеры с передней и задней камеры, и на этом все. Всем спасибо и удачи на дорогах.